Zdes известные словацкие курорты, о которых мы сегодня будем говорить. Первый курорт у нас Пешчаны. Это крупнейший словацкий курорт. Он курорт мирового значения и символом которого является изваяние мужчины, ломающего костыль. Здесь на картинке этот символ. А входит ли Бардеев в ЮНЕСКО? В список ЮНЕСКО? Да. Да, это наследие ЮНЕСКО в Словакии. Хорошо. Какие еще у вас курорты в презентации? Райцкие Теплицы. Это один из самых красивых курортов Словакии. Очень красивый такой волшебный, да, сказочный замок в Словакии. Угу. А в зоопарке кто-то был в Бойницком? Но мы были в замке и потом мы шли в зоопарк. Ходили в зоопарк. Хорошо. Да. Этот зоопарк находится рядом с замком. Замком, да. Это одна из достопримечательностей Бойниц, да? Угу. Да. Второй вопрос. Это какой из курортов посещала королева Алжбета? Угу. Пешчаны, Смрдак или Бардео? Барбара желает ответить, подняла руку. Это был Бардео? Да, Бардео. Королева Алжбета Сиси, да?